В Дроздово, как обычно, кипит жизнь. Досуговый центр стал местом притяжения ребят со всех соседних деревень. Сотрудники учреждения стараются каждый раз придумать что-то новое, чтобы удивить юных участников игровых программ. На этот раз их ожидали спортивные состязания. К детям в гости пришли сказочные персонажи – лиса Алиса и разбойница Лида. Они поделили ребят на две команды и объявили о начале соревнований. И тут началось веселье. Ребята тренировали меткость, ловкость и скорость, выполняли задания на логику и внимание. Радость победы и горечь неудач сменяли друг друга, но благодаря грамотной работе преподавателя дети чувствовали себя частью одной большой команды. В образе лисы Алисы выступила художественный руководитель учреждения Ирина Панина. Она поделилась секретами подготовки подобных занятий. Это, конечно же, подвижные игры, чтобы ребенок был в движении. И, конечно же, логически. Они очень любят, ребята, думать, что-то складывать, ребусы, получается, собирать слова, также считать. Им очень нравится у нас, мы их притягиваем, мы их все очень любим, они нас тоже очень все любят. Взаимную любовь детей и преподавателей отмечают и родители. Большинство ребят занимаются здесь круглый год. В центре множество отделений, от изобразительного искусства до театральной студии. Любят сюда приходить. И рассказывают все интересно, им интересно заниматься и играть вот с преподавателями. У нас вся деревня объединены, и все дети друг друга уже знают, но с нашими воспитателями, преподавателями, учителями, они вместе все кучей, понимаете? И мы по деревне, когда идем, все здороваются. Объединенные общими интересами, ребята находят здесь новых друзей, а командный дух помогает выполнять задания любой сложности. Так и на этот раз все дружно взялись за дело и в завершении всех испытаний собрали из букв загаданное слово. Когда объединились две команды, мы смогли собрать слово «сказка». Здесь на занятиях я нашла новых друзей и дружу с ними. Мне больше всего тут нравятся игры и очень часто я сюда прихожу. Игровые программы проходят как внутри помещения, так и на площадке возле досугового центра. Детям здесь рады всегда, и они это чувствуют. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.